Сегодня будет влога школы, я, конечно, убитый, простите за мой такой внешний вид. Будет сегодня день обычный, без прикрас, какой он есть вообще. Доброе утро, кстати. Ребята, голову поблуду почистил. Погнали, сейчас оденемся, ой, простите. Терпеть не могу школу. Терпеть я ее не могу, потому что нужно рано вставать, собираться, куда-то ехать, еще тащить этот тяжелый портфель. А еще очень много времени тратится впустую. Но я нашел отличное решение. Домашняя школа интернетурок.ру. Это онлайн-школа, с помощью которой можно получить российское образование дистанционно. Здесь учатся ребята с 1 по 11 класс. Я немного протестировал эту школу и расскажу вам о плюсах и минусах, которые я выделил. Процесс обучения выстроен на основе видеоуроков, а в старших классах можно даже не носить учебники. Есть возможность официального зачисления, то есть можно полностью не ходить в школу. Это очень круто. Наличие развернутых конспектов под каждым видеоуроком. Все сдается через их портал. Личное присутствие нужно только в 9 и 11 классах при сдаче государственных экзаменов, то есть ОГЭ или ЕГЭ. Остается много свободного времени, что позволяет сконцентрироваться на своих увлечениях. Портал можно использовать в качестве дополнительного образования, то есть вместо репетиторов по различным предметам. Минусы. Отсутствие живого общения, так как многие уроки в записи, а некоторые ученики без пинка не будут эффектно заниматься, как я, например. Но это можно отнести и к плюсам, так как никто из своих друзей не будет тебе мешать сконцентрироваться на уроках и не будут давать списывать. Лично я, скорее всего, буду использовать этот сайт в качестве дополнительного образования, вместо репетитора. Получается значительно дешевле. Кстати, приятный момент. Пробная неделя бесплатна, и с помощью нее можно потянуть некоторые проблемы уже сейчас. Ой, да, совсем забыл. Пишите в комментарии, помогли ли вам интернет-уроки или нет. Подготовиться к годовым контролям. А так, если вы хотите побольше свободного времени и улучшить свои знания, то это отличный вариант. А я погнал в школу. Вторая литература, третья у нас, по-моему, контроха по физике, потом у нас физра, потом у нас информатика, английский. И теория вероятности. И домой. А, нет, у меня еще и доп по алгебре. Сегодня день, 8 уроков, но ничего. Вместе с вами все преодолеем. Хорошая погодка, почему бы и не поехать на метро. Вроде бы не так уж и жестко, и вроде бы первый урок у нас русский. Но все равно все убиты, потому что всего лишь 8:00. А, чисто! 2, 3, 4. Че, считай, научился?
представляете, сочинение. Помимо контрольной по физике, у нас еще сегодня будет сочинение. Кстати, мячик полетел. Эпа. Оператор. Короче, ребята, осталось до конца урока минут 15. Да, если будет честно, минут 15, ровно сейчас 9 часов. Я написал достаточно немного. Уже есть по марке. Илюх, ты сколько написал? И все. Само сочинение, а подготовка к нему нормально. Неплохо. И Влад тоже время пишет. Говалешка и все. О, хорош. Можешь. Короче, так, смотри, мы сейчас сыграли один раз, я не успел заснять, потому что мы сыграли плохо. А сейчас... Ты коснулся мяча два раза, не гони. Что, как я два раза ударил, только все миновет, и два вот так влетел. Вот, мы сейчас, короче, ждем и сыграем еще раз, наверное. Да, один раз. Да, ты телочек. К сожалению, я не смог снять игру, простите, в следующих переменах обязательно сниму игру. Когда буду играть не я, Макс пришел решать дела. Я это, ничего. Вот и поговорили. Слушайте. Да, против света. Короче. Написали, значит, мы контрольный по физике. Как всегда, я сам умный, я вышел первый. Ну, а что быстренько сказать. Я скинул там Лесе фоточку с контрольной, а она просто не в школе сегодня, она такая прогуглила быстренько дома и просто мне ответить и скинула, и все. Вот так надо делать, классно. Ребята еще конечно, что нет, сейчас выйду по ним их реакцию. Так, Федя, ну-ка скажи, как тебе контроха? Ребят, ну давайте, расскажите вашу реакцию после физики. Только без мата, сразу говорю. Это просто офигенно. Да, у нас сейчас физра, так что погнали. Пойдем делать контент! What the fuck? Кать, ты что жрёшь-то на уроке? Самый любимый наш с вами. Сейчас, подожди, я должна это сделать. Ну, а теперь собираем, вон ночью лежит. В смысле? Ты что мусоришь? Тебя захейтят просто. Какой у тебя территория, какой возраст? 9-12. 9-16. Так. Давай. Кстати, давайте вместе разберемся. Слушайте, ребят, сколько вам лет? Пишите в комментариях. Очень, кстати, интересно, на самом деле. Она все снимает. Как ты понимаешь, что ты в кадре? Я направляю на себя камеру. Нет, сейчас я не в кадре. Я теперь блогер. Она, между прочим, вот мешает заниматься, она блог снимает. Но я почти. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. В общем, сейчас у нас обед, мы приперлись в школу, и это Яна, потому что сегодня очень мало людей, которые пришли в школу из моих знакомых. Ну это Яна, короче, знакомьтесь. Давай, короче, обозревай обед. Так, что у тебя тут сегодня? Курица, огурцы и гречка. Слушай, как отключается камера, ты с Лесей просто бат одинаковые. Сразу таки. И все. Включили камеру, какие мы молодец. Браво. Это как? Это камера. Нашел парня. Ты нашел парня себе. Да. Угу. Барни. А, парни. Парни, кто послушает? Ты куда идешь? Я на историю, на контрольную. Понимаете, просто. У нас контрольная 24/7. Это просто пипец. Ну, типа, очень часто. Дофигища контрольная в последнее время. Уже конец вроде года, но... Но еще не кончаются. Он еще зарядился, кстати, шпорами по физике. Кто? Я? Ты. Я зарядил себя недавно. Так что вот. Вот так. Крутая проездка. Бам-пам-парабам-пам-пам-пам-парабам-пам-пам-парабам-пам-пам-парабам-пам-пам-парабам-пам. Здравствуйте. Короче, ребят, вот так вот вы провели со мной денек в школе. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы поняли то, что учиться нелегко. Приходится иногда пропускать. Ну и приходится потом это все нагонять.
Надеюсь, классный получился влог, он вам понравился, надеюсь. Если есть желание, поставьте лайкос там, напишите что-нибудь. И если хотите побольше таких влогов, то пишите. Возможно, я возьму вас в школу еще раз, и не один. Так что все зависит от вас. Лайки, актив, сами знаете что. Люблю вас, целую, пока.